Добрый вечер. С нами сегодня Костромин Руслан, 19 номер команды «Авангард». Несколько вопросов. Как характеризуете сегодняшнюю игру свою? Ну, отличная игра сегодня. Хорошо. Забил. Два паса дал. Как бы с плюсом, не с минусом игра. Видно было по вашей игре, что на самом деле хотели сегодня забивать, давать пасы. Много падали, лежа много играли. Видно было рвение и так далее. Сегодня выспались. Как дошли до такой энергичной игры? Ну, тренировки. Тренировки, игры. Как часто сегодня уже 43-я игра. Уже. 43-я игра? Да, и 42-я, наверное, да, уже. Часто ли пропускаете тренировки? Ну, часто. Бывает? Бывает, да. Как, сколько уже откатали сезонов? Два сезона? Да. Не планируете прекращать? Пока нет, пока здоровье позволяет. Все нравится, да? Да. Многие ли друзья играют вместе с вами? Ну, из моих друзей никто не играет. Почему не зовете? Все слабачки, наверное. Понятно. Где больше нравится кататься? На открытом поле либо на закрытом? Без разницы. И открытый, и закрытый. Любая площадка. Где одинаково хорошо? Ну, лед лучше, конечно, на закрытой площадке. Но играть с нашим уровнем без разницы. На какой. Чего не хватило сегодня для победы? Ну, реализовать надо было все свои моменты и выиграли бы. Очень много не забили. Что можно было забить? Понятно. Спасибо за ответы. Спасибо. Желаем вам крепкого здоровья и, естественно, победы.